нашей академии буквально всего лишь 3 с небольшим года. И я считаю, что в первую очередь для академии, для молодежи, для футболистов юных нужны, конечно же, соревнования. Соревнования высокого качества. И я хочу поблагодарить в первую очередь Российский футбольный союз с таким принятием решения проводить UFL, где будут участвовать наши ребята 2007 года. Это только старт, это только начало. В следующем году, надеюсь, также будут продолжать уже и наши 2008 год. И так постепенно, постепенно. Я уверен, что этот турнир даст много полезного в плане, чтобы могли себя ребята и проявить, и показать свои лучшие качества. Ну и, наверное, самое главное, на сегодняшний день нашим ребятам получается 15-16 лет, как раз-таки тот возраст, когда надо уже себя проявлять, когда надо показывать, что ты готов перейти в более взрослый футбол, в команду мастеров. Уверен, что за этим турниром будут многие следить специалисты. И в первую очередь, наверное, для нас будет интересно посмотреть, на что мы сегодня натренировали, можно так сказать, наших футболистов, посмотреть их мастерство. Естественно, хочу пожелать нашим тренерам и Костенко Петру, и Дедюку Юрию. Для них тоже это будет такой интересный турнир, определенный вызов тренерский. Посмотреть и показать, на что команда сегодня готова 2007 года. Я хочу ребятам самое главное пожелать, это верить в себя. Это самое главное. Здоровье, что немаловажно, чтобы было поменьше травм. Ну и за команду «Чайка», за нашу стаю мы будем все с удовольствием смотреть. Естественно, будем все поддерживать нашу команду. Хочу пожелать, чтобы они проявили себя самого лучшего, что на сегодняшний день они умеют делать. Поэтому не робейте, вперед за «Чайку», за стаю, мы с вами и будем болеть.